я не знаю, наверное, надо, может быть, ну, сейчас же много бездомных животных, там хоть бы вообще люди взяли бы к себе домой, сколько на улице мерзнет. Нет, если другого выхода нет, то, конечно, заплатил бы. Почему? Если я вот, например, кошек люблю. Сейчас людей настолько обложили налогами, что уж, не знаю, это вызывает какие-то такие отрицательные эмоции. Ну, вы знаете, в принципе, это нетрудно и платить можно. Другое дело, ничего ведь не делаем для того, чтобы куда? Гулять негде, у меня у самой собака. Гулять нет, места нет. А так-то платить, да ради бога, только пускай где-нибудь нам выделят, что-нибудь сделают. Ой, трудно сказать. Сейчас у пенсионеров очень маленькая пенсия. Я не могу даже ответить на этот вопрос. Для пенсионеров будет это накладно. А в основном у бабушек кошечки, собачки. Ну, почему нет, если ты держишь животное, любишь его, почему же ты не будешь на него налог платить? Казне не хватает денег, скоро вот вдохнул глоток воздуха, плати. У нас все это естественно. Ну зачем? Ну оно никому не мешает. Ну вот зачем? В основном каких держим животных? Ну дворняшек. А если даже и породистый, он тоже никому не мешает. Живет все спокойно, живет в своем домике. Да ну налог платить за кошечку? Нет. Ну, мы уж привыкли, с нас за все берут налоги. Поэтому, ну, как бы без разницы там.